погоня. Какой детективный сюжет обходится без нее? Один бежит, другой догоняет. Есть. Детектив без погони – это как жизнь без любви. Я не Александр. А что остановили? Вы кто? Мы? Вы. Полицейский. Просто ездили на этот. Из-за чего? Из-за того, что два раза нам не включили поворот, мы из-за этого. Старший сержант полиции Теренко Владиславович. Полицейский СПП ВП. В метрополитене? Так, они сейчас переназначаются. Сейчас, минутку, подождите. А что вы по граждане? Вы в метрополитене? Мы сейчас в метрополитене находимся. Я же вас останавливаю, правильно? В смысле не вы меня? Полицейский ваш остановил. Вы же ко мне вопрос задали. Я к вам вопрос задал? Конечно. Какой я задал к вам вопрос? Я вам сказал причину остановки. Вы что мне сказали? Ну конечно, вы же первые ко мне подошли. Я подошел к машине сюда, не к вам лично. А что вы так начинаете разговаривать? Дайте я выйду. Добрый день, мы не собираемся ругаться. Александр Владимирович, меня зовут полицейский. Меняйло Александр Владимирович, да, полицейский офицер Роман. Ну да, то еще к вам, а ну подождите. Не 26. А что вы по гражданке? Я обязан быть сейчас в форме. А что нет? Однострой ничего не говорит? Я сейчас не обязан быть. То бишь вы можете меня по гражданке остановить? Я вас остановил. Ну, лично я вас остановил. Да, за рулем, наверное, служебного автомобиля. А при чем тут руль? При чем тут руль? Вы ко мне первые подошли. Я вас не останавливаю. У вас в метрополитене такие все жесткие, или что, я не могу понять? Пойдите в метрополитен и спросите. Пойду и спрошу. Хорошо. Смотрите. Кто у вас руководитель? Братенько. В метрополитене. Кто у вас начальник управления? Ну, поедете в управление, спросите. Я если поеду, вы охереете. Поедете. Я вам не говорю, запрещу. Не надо играться с огнем. Вам форму, вам если дали посвечение, понимаете, не служебное удостоверение, а посвечение, то оно не дает права. Вы же спросите, почему вас полицейский вообще остановил. Видели, как вы ехали? А как я ехал? Вы же снимали на видео наверняка, как вы ехали, правильно? Нет, я снимал на видео. Смотрите, можно я два слова? Да, пожалуйста. Я из-за того, что один раз вы поменяли движение, что на мост не включили, второй раз выехали, не включили, и потом начали вилять. Давайте отойдем с дороги. Давай. Просто начали вилять. Я же не из-за того, думаю, мало ли, может человеку плохо, еще что-нибудь. Это же не того, что никто же не говорит, что вы там что-то нарушили, там какой-то негодяй или еще что-нибудь. Просто из-за того, мне все равно, как бы вы меня назвали. Я просто говорю, что... Меня вот эта личность очень заинтересовала. Не, сейчас он переоденется. Мы ездили, действительно, с утра занимались вопросом... Я к вам вопросов нет, у меня он интересует. То есть никаких... Сейчас он переоденется, я же говорю, мы в Слобожанское доедем домой, и он переоденется. Мы никаких вопросов. Я же говорю, мало ли, человеку плохо, действительно, оно как-то подозрительно, может, дедушка едет, может, бабушка, все бывает. Не вопрос. То есть не из-за того, что мы там караем, хотим что-то наказать. Не вопрос, я вас услышал. Теперь вы мне говорите по поводу видео. А у вас есть видео, то, что я нарушил что-то? Вы же снимаете на видео, у вас же наверняка кого? Видно, как вы едете. Кого по я всей снимаю? Дороге вот так виляете, правильно? Кого я снимаю? Вы же с камерой стоите. Я подошел, вы сразу с камерой снимаете. Правильно, потому что мне интересно... Вам неплохо, вам скорую не нужно, скажите. Смотрите, чтобы вам скорую сейчас я не вызвал. Я вас спрашиваю, мне не нужна скорая помощь. Ты можешь проще разговаривать? Я сейчас буду в грубой форме разговаривать. Не надо... В общем, я тебе объясняю, в грубой форме. Я с вами разговариваю на «вы» и нормально. Да ты вообще слышишь свой акцент, посмотришь на видео. Вы говорите на «ты». Да ты видел, как ты вышел вообще? Никто не ругаться, говорю, если все в порядке. Я сейчас закончу писать ролик, я тебе включу на телефоне и посмотрим, как у нас диалог начался. Ты если даже хочешь остановить меня, ты уже должен знать, какая будет причина остановки и что ты будешь делать. Я останавливаю. Ты вообще с метрополитена вышел на трассу, ты что, вообще уже с ума сошел? Никто ругаться. Какой смешной разговор? Где твой однострой? Ты на службе? Вы создаете сейчас просто какую-то конфликт. Скажи мне, ты на службе? Непонятно. Задаю вопрос. Ты на службе? Во-первых, не тыкайте меня. Ты на службе? Говорю, не тыкайте. Потому что ты такого уважения. Тыкать будете дома. Это ты будешь тыкать дома. Так я не тыкаю. Давайте не разводить демагогию. Ты на службе? Задаю вопрос. Я говорю, тыкать будете дома. Вы на службе?
Я на службе, конечно. Почему вы нарушаете 789 приказ? Я не нарушаю. У меня там оперативное задание было. Оперативное задание будет только уполномоченного. А ты еще не опер, чтобы тебе было оперативное задание. Хорошо. Почему-то офицер громады хоть в какой-то форме. Я абсолютно люблю. Понимаешь? Остановились просто из-за того, что мало ли я же. Вы что, метрополитене в натуре такие, что ли? Мы проведем беседу, все, все, еще молодой парень. Да я посмотрю. Все. Ты давно в полиции? 6 лет. 6 лет? И за 6 лет ты себя так чувствуешь вольно? Я нормально себя чувствую, абсолютно. Я не понимаю, в чем вопрос вообще. Мне неплохо, все нормально. Да мне как, у тебя лицо желтое, понимаешь? Ну бывает. Может, ты болеешь, может тебе вызвать скорую? Да не, мне не надо, я ВЛК не прохожу. Проходишь ВЛК, да, это хорошо. Ну просто я тебе объясняю, если бы на другом месте был бы не я, а был бы простой парень какой-то, то поверь мне. А вы не простой парень, да? Ну вот вы говорите, если был бы не я. Я тот человек, который может отпор дать таким, как ты. А мне в рамках закона, понял? А не без предела. Вопрос в том, что мне отпор давать не нужно никакой абсолютно. Это что ты говоришь? Я к вам прикопался. А при чем я остановил, не я? Даже он был за рулем. Ты первый ко мне подошел, не он. Ты слышишь меня или нет? Подходит тип в гражданке. Говорит, а что с вами такое? Ну правильно, может вам плохо, я вас спросил. Что с вами такое? А что со мной может быть такое? Мы же видели, как вы ехали на всю дорогу. Может, вам плохо, вы управление. Давай мои, какие, может, что я нарушил конкретно? Можешь знаете, что полицейский должен в первую очередь правильно взять у человека, спросить, нужна ли ему какая-то помощь. А что ты меня не жезл? А почему ты меня жезлом не останавливал? А каким жезлом? Я что, полицейский СРПП, чтобы жезлом кого-то останавливать или что? А что ты тогда ко мне читали мое удостоверение, правильно? Видео полиции в метрополитене. Каждый полицейский на территории всей Украины должен спросить в первую очередь, может, человеку плохо, правильно? Если вот есть. Как должен останавливать полицейский особу? Ну так вот же полицейский останавливал. Не, правильно. Ну ты же первый вышел. Ну ты же первый вышел, ты слышишь меня или нет? Слышу, узнать. Ты первый доебался до меня, не я до тебя. Так, как вы сказали, а я хотел узнать, может, он плохо, скоро. Да ты хотел будет. Просто именно качнуть кого-то, да? Качнуть? Не, ну куда? Это смешно даже звучит. Качнуть кого-то. Метрополитен? Качнуть кого-то? Ну, если в метро, может, там я до вас подошел бы. И что бы ты сделал? Если вы там утверждаете, что я хотел бы вас качнуть. Ты хочешь сказать, что ты меня в метрополитен не бы качнул? Друзья, это за все время мне попадается человек... По граждане. Да если вы сейчас уедете, я за вами поеду. Вы же не говорите. Но я же говорю, я сделаю тебе цирк. Первый раз за всю мою деятельность попадается вот такой вот человек по граждане. Оказывается, он вообще с метрополитена находится в области. Ездит с офицером громады, вопросов нету. Но вы слышали, как он жестко базарит со мной. А был бы кто-то другой на другом месте, я думаю, вам бы была бы срака. Полная срака была. Сейчас я с ними беседу проведу и дальше сделаю свой комментарий. Ну что, друзья, давно вы не видели такого ролика, да? Я сам охренел, когда выходит с патрульного автомобиля гражданский тип, показывает ксиву, я читаю, а там полицейский метрополитен, ну, блядь. Чтобы вы понимали, я стою просто в лесу. Возле леса, вернее. Короче, провел я профилактическую беседу с ним. Он немножко уже пары сбросил. Я думаю, ты все равно смотришь этот ролик. И обрати внимание, как у нас слаживается разговор. Так что, друзья, если вам нравится мой контент, и вы хотите, чтобы мы вам в будущем помогли, вам в первую очередь нужно подписаться на этот канал. Раз. Второе. Вы должны подписаться на все мои соцсети, которые закреплены внизу под этим видео. И в-третьих, если вам это все нравится и вы хотите меня как-то поддержать, оставляю ссылку на донат, опять же, под видео в описании. Я погнал дальше. Да, кстати, не забыл. Чтобы я не забыл, у нас есть группа в Телеграме «Надзор Харьков». Она была в начале видео. Ссылочка в описании. И я погнал дальше.